Здравствуйте, сегодня 10 число, 3 часа дня, и я вот снова снимаю свои грибы. Да, они значительно выросли, начали рыжеть. Вот он такой гриб, смотрите, да? Вот он. Я так и не знаю, как он называется, поэтому кушать его не буду. Вот, разрежу пополам сейчас, да? Вот смотрите, он такой пластинчатый. Как они называются? Говорят, что зонтик. Я сначала думал, что это шампиньоны. Их здесь очень много. Но оказалось, что это не шампиньоны. Ну вот они сначала были беленькие, беленькие, как снег. А сейчас порыжели. Вот смотрите, как их много здесь. Как много их. Ну кушать я их не буду. Боба вон бегает там на куче угля. Вот он, грибочек. Вот видите, такой вот. Да, он с юпочкой, наверное, какая-то поганка, не дай бог, да. Поэтому есть золотое правило. Не кушать грибы, которых не знаешь. Вот так.